Среднее Поволжье на перекрестке эпох и цивилизаций. Такое название носит выставка, которая открылась в стенах Ульяновского краеведческого музея. В экспозиции археологические находки, найденные на территории нашего региона. Это предметы и эпохи бронзы, и железного века, и именьковской культуры, и государства древних булгар. Есть и предметы, которые во время своих исследований обнаружил Владимир Поливанов, симбирский общественный деятель 19-го начала 20 веков. Немало экспонатов найдено учеными-археологами на территории нашего региона в советские годы. Целый ряд предметов выставляется впервые, в их числе уникальный кинжал 5 века до нашей эры. Кинжал был найден на пашне в 1973 году на полях колхоза «Победа» Чердаклинского района. Это в районе современного села Красный Яр, то есть недалеко от Ульяновска фактически. И только в 81 году эта находка была передана в наш музей. И совсем недавно, благодаря сотрудничеству с специалистами, в частности, с Самары, которые занимаются изучением оружия той эпохи, мы точно датировали эту находку. Выставку приурочили к вековому юбилею отечественной академической археологии. При этом экспозиция вовсе не временная. Ее обещают сделать постоянной и периодически обновлять экспонатами из фондов музея, где хранится более 10 тысяч предметов.